Даже не одну. Давай, давай, давай. Неужели две одновременно? Все желающие, подтягиваемся, принимаем участие. Можно попробовать вот так, как сейчас это делает Всеволод Хаценко, творческая молодежь. Попотягать бревно. Тяжелое 40-килограммовое бревно. Тягает в кольчуге настоящий богатырь Всеволод Хаценко, руководитель общественной организации «Творческая молодежь». Сегодня с нами в проекте «Саратов молодой» Союз добровольцев России Сергей Дмитриев. Сегодня с нами Саратовское общество трезвости и здоровья, атлетический клуб «Максимум». И Максим Иванович Султанов здесь помогает всем желающим тягать, делать жим лежа. Вот познакомься.